И всем привет, меня зовут Кирилл Денисов, и вы находитесь на моем канале. Сегодня мы будем угадывать звезд в старости. Давайте мы уже начнем. Не забывайте про подписку и ставить лайки. Так, давайте начинаем. 3, 2, и... Давай, я обработал через приложение FaceApp фотографии блогеров и предлагаю тебе отгадать их. Чтобы было интереснее, играй с друзьями или поделись с ними этим видео. Начинаем! Кто это может быть? Какая-то старушка. Нет, слышно. Сейчас я отлучусь на него. Ну. Да кто это может быть? Вообще. В смысле, тварь? Я откуда могу угадать? Брайнмап. Точно Брайнмап. Это Брайнмап. Брайнмап. Точно. Забираем мапс, да. Что здесь подозрение на Олю Шелби? А, это Марьяна. Ну, я такого не знаю. Это этот. Вот этот. Лифтей, вот, да. Не мог вспомнить просто. Это я не знаю. Это может быть. Настя Ивлева, точно. А этот... вот, вот. По-моему, где-то был... А нет, он не того, кто я думал. А этот, вот этот, который... Но это не точно. Ну или нет, ну... Рыбу Джунку, точно, блин. Это я не знаю. Мамикс, мамикс, это мамикс. Точно мамикс. Мамикс. Мамикс сейчас, по-моему, даже в топе. Не знаю, как вообще. Что? Чего? Какого не знаю. Магистр! Морган! Морган! Кадиллак! Кадиллак! Новый Кадиллак! Хаймен! Хаймен, по-моему. Да, Хаймен должен быть. Хаймен. Да? Нет, Юлик все-таки. Я думал, Хами. А это... Ой, девочки, кажется, вы упали. Ну, вот эта вот бабка. Мама отличница. Я их не знаю. Это... Игорь... Это девушка! Я знаю. Это так тяжело, если что. Кого-то я не знаю, но этот... его, как его? Вот Сона, по-моему, да. Приятный Ильдар. То есть, это... его... На пэн начинается. Например, нет, такого не знаю. Тут знакомое видео в ютубе, фотку такую где-то. Никого не было, похоже. Влада 4, Влад Бумага! Всем привет, меня зовут Влада 4, Глен. Чего? Богдан! Сколько блогеров тебе удалось отгадать? Пиши. Неделю назад я открыла для себя очень крутое приложение для изучения английского языка, которое называется Кейк, и оно 100% бесплатное. Этим приложением пользуются миллионы людей абсолютно по всему миру.
Подождите. Два. Значит, номер один. Ну, два. Готовы? Три, два. Все, начали. Продолжаем. Следующее. Это. Угадываем блогеров. Привет, ты на канале Кипикей, и это угадай блогера по имени Челлендж. Попробуй угадать блогеров по их настоящим именам. Соревнуйся с друзьями и считай верные ответы, чтобы было интереснее играть. Погнали! Мария Керимова. Это. Мария Вэй, точно. Валентин Петухов. Бритский хороший годный смартфон. Здесь экран, здесь микрофон, достаточно старый телефон. Юлия Онешко. Конь Юлии только, да. Нет, я такого не слышу. Александра Марченко. Девушка какая-то, я не знаю, просто. Не знаю, кто. Уже почти 18. Итак. Максим. Приятный Ильдар. Приятный Ильдар. Да. Руслан Тушенков, ну это этот. Юлия Вогитидзе. Не знаю ее. Рок Григорьев. Утмутка тухла и в напитке хорошие топинги сочные сосиски. Суши, роллы, полкило, корочка, суп. Александра Балаковская. Шелдемаки, да, да, меня ждет моя любимая. Евгений Баженов. Никита Гридин. Этот Никита, ну, вот этот вот. А нет, ну, как Никита такой. Это не Никита Болик. Не. Юрий Яник. Сливки шоу. Екатерина Трофимова. Тимофеевна. Это этот, Юджин, да? Что там угадываете? Кто из них может быть на месте босса? Кто, если не я, и Пеп уничтожит? Время не пустить в петлю, я так
Сколько блогеров тебе удалось отгадать? Пиши в комментариях. А также посмотри. Да. Я же не буду включать следующее. Это вот это. Это... Я не знаю такую. Извините меня. Мать, мне больше. Мне нужна таблетка. Хотя бы половинка. Мария, нет. Я вызову не, модель. Знакомый. Шатена и брюнет. Как мы их поделим? А меня? Подбрось мне. Как я так выдумала? Слеза. С тобой я не могу, и ты себя не так. Мой самый лучший друг и самый сбежий брат. С тобой я не могу, и ты себя не так. И снова упадет разбитая слеза. Это... А, это... Баста. Помните Баста? Это этот... Медлячок. 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 Тебе вот 18 лет. Я хочу тебе просто понравиться. Ты как сурнал, а не так сыграл успел. Так. Это... Это пьяное солнце. Thank you.
сейчас найти. Видео. Федук, Федук. Элджей разве вино? Федук и Элджей. Баклажан. Пиши в комментариях. Итак, ребят, видео подошло к концу. Не забывайте ставить лайки. Не забывайте подписываться на канал. С вами был Кирилл Денисов. Вы находитесь на канале Доклог 13. И здесь скоро обновление. Всем пока!